І про агресію, а точніше про перемогу над агресією будемо говорити у контексті медіапростору і продовжуємо наш гостєвий блок. И сейчас в нашей студии Андрей Шаповалов, директор исполнительной филии НТКУ, Луганская региональная дирекция. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, говорить будем о приятном. Мы анонсировали вчера нашим зрителям несколько раз о том, что наша телекомпания, телерадиокомпания, взяла несколько первых мест в номинациях во всеукраинском теле- и радиоконкурсе. И гран-при. Расскажите, что там было. Ну, давайте розпочнімо безпосередньо з радіопрограм, тому що радіо почули раніше, ніж повноцінне телебачення за ось цей рік. Які програми? Чи насправді ось варта ця перемога і це визнання на всю країну, передусім як компанії, котра змогла і є гідним гравцем у інформаційній війні? Вы в самом начале очень правильно сказали о том, что это действительно большая победа на информационном фронте. И мне очень приятно, что эта победа, основная гран-при, оно фильм о любви на самом деле, о любви к своей родине. И вот это очень приятно, что было оценено достойно жюри, вот этот посыл, который... Мы культивируем в своей работе о том, что любовь должна победить эту сумасшедшую войну, от которой уже все устали. И мы за мир после нашей победы. Вот этот был посыл в фильме, и это, наверное, было воспринято жюри относительно того, что мы собрали целый урожай побед, и это фантастика, это невероятно, но компания, которая год назад возродилась из пепла, была однозначно признана лучшей в Украине вот на сегодняшний день, за что как бы огромная благодарность команде всей. Мы все большие молодцы, вот то, что мы сделали, невероятно, то есть никто не мог в это поверить. Были представлены работы, больше 80 работ телевизионных, около полсотни работ радийных. И всего одно гран-при, и оно уехало в Северодонецк. Вот этот хрустальный приз, который мы привезли. Здесь написано «Кобзар єднає Україну» и 2016. То есть золотыми буквами уже в историю телевидения вписана эта победа. И очень приятно, что мы к ней причастны. Относительно общего количества программ, которые участвовали, от нашей компании было три радийных программы, две радийных программы представлено и три телевизионных. Они были... Это обычные наши программы эфирные, но когда жюри увидело общий уровень того, что предоставляют другие, того, что мы, то есть однозначно победа была отдана нам, потому что, как я говорил и повторю сейчас, мы не можем делать плохо, мы можем делать только хорошо, потому что у нас нет права на ошибку, у нас нет возможности тренироваться. Вот та ситуация, в которой мы находимся сегодня, мы на острие событий, и мы понимаем точно, какую силу несет наше слово и какой смыслом, каким надо зарядить вот все наши программы. Потому что нас смотрят с той стороны линии разграничения, и программа «Линия разграничения» о Татьяне о Донцовой, да, она заняла тоже первое место, и члены жюри плакали, вот, слушая эту историю, просто фантастическую, невероятную, которая произошла из-за этой вот войны. И две радиопрограммы, это второе место и первое место. То есть, мы забрали практически все, что можно было забрать.
Поблагодарили всех и уехали опять сюда на лінію розграничення. Давайте про ставлення поговоримо дещо, тому що завжди регіональні телеканали, вони славилися певною містечковістю. Ось замкнуті на своїх проблемах, замкнуті безпосередньо на тому, що відбувається в області, у місті, ну, будь-де. І коли оцей виїзд у люди, коли багато різних регіонів, різних за поведінкою, замовленням навіть різних, але ну, біда страшна об'єднала Україну і ну, навряд чи, от чи можна сказати, що ось цей врожай перемог через те, що от війна у тренді зараз. Як сприймали і що говорили безпосередньо про те, що відбувається тут на Луганщині, там? Як сприймали наші програми, як сприймали наших героїв? Безусловно, поправка на ветер была, и члены жюри все понимали ту сложную ситуацию, в которой мы находимся, где мы работаем, но на конечное решение жюри это не повлияло. Объясню почему. Практически во всех программах со всех территорий Украины красной нитью проходила тема войны. Практически каждая территория потеряла там своих сыновей, своих мужей, своих отцов, которые, ну, речь ведь идет о тысячах людей погибших. Война прошлась ужасным катком по всей Украине. И отголоски слышны и во Львове, и в Ивано-Франковске, и в Ровно, и в Ужгороде, и в Киеве, и в Чернигове. То есть практически все программы были так или иначе о войне, о том, что мы переживаем сегодня, здесь и сейчас. Но сама философия фестиваля, она кроется в его названии. Кобзар єднає Україну. Сегодня общепризнанный лидер нации, наверное, отец нации на сегодняшний день, это Тарас Григорьевич Шевченко. И с этим, наверное, спорить никто не будет. И его слова во многом пророческие. Мы когда готовили эту программу, вообще откуда возникла идея вот этой программы на Гран-при? То есть мне был звонок из счастья, поскольку ну, мы ездим много по линии разграничения, мы общаемся. Один из наших, можно сказать, однодумцев, да, единомышленников, он сказал, что мы должны обязательно снять программу, посвященную вот годовщине событиям в счастье. Он говорит, я вам расскажу такую историю, таких людей. Вообще телевидение это, ну скажем так, бизнес истории. То есть вот здесь каждая история, чем интереснее история, от журналиста требуется, как от скульптора, просто где-то отсечь лишнее и все. И получится гран-при на самом деле. Когда мы услышали эту историю, она действительно была фантастическая. Это история отца и двух его сыновей, которые пережили ну, то, что, наверное, переживают в мире единицы. Вот эту борьбу, внутреннюю борьбу с собой, борьбу за свою родину. И когда человек сказал, что у нас в каждом кабинете висит портрет Кобзаря, и он встречается чаще, чем портрет там, любого политического или государственного деятеля, мы поняли, что эта история тронет сердца зрителей и тех, кто будет оценивать когда-либо эту работу. И получилось так, что ну, мы знали, мы в прошлом году были на этом фестивале, и программа «Мелодия из пепла» тоже была одним из лауреатов, это о возрожденном симфоническом оркестре. Но именно эта история, она могла претендовать на гран-при, и она его получила. И относительно того, что было ли объективным жюри, скорее да, потому что как уже потом рассказывали, жюри голосовало. Было две программы претендента. Одна была программа о там, страшнейшей истории семьи погибшего бойца АТО, и, которую снимала, кстати, если я не ошибаюсь, киевская дирекция документальных фильмов. То есть, ну, это был достойный конкурент. И конечное решение принималось тайным голосованием. Вот из 5 голосов 4 проголосовали за нас.
И я считаю эту победу заслуженной. И хочу поблагодарить весь коллектив, который работал над этой программой. Ведь телевидение – это творчество коллективное. Принято награждать как бы автора проекта, но на самом деле за ним стоит целая группа людей. Это режиссеры монтажа, это звукорежиссеры, это операторы, чьими глазами мы выйдем программу, это сценаристы, которые готовят сценарии, авторы. То есть, ну, на самом деле это коллективный труд. И вот эта победа, гран-при этого фестиваля, это не победа какого-то одного человека, это победа всего нашего коллектива. Значит, то, что мы делаем, отвечает веяниям времени, это современно, это то, что надо зрителю, и, ну, за такие работы не стыдно, и хочется, чтобы таких работ было побольше. Давайте зараз, ну, дійсно, знаковий момент, історичний момент, котрий вже ми показували вчора, і ці кадри, ми хочемо, щоб їх зараз ми знову побачили. Чому? Тому що історія телекомпанії з Луганська, Луганської обласної телерадіокомпанії, досить тривала, велика історія, і силе-силенно було ось таких золотими літерами вписаних моментів. І це і трансляція Олімпіади 80, тобто те, що не викреслити. І от до війни, до початку цього казначого, до переїзду вимушеного, того нас як вигнали з дому, ми були кращі серед кращих. Ну, конкурували там з Дніпропетровською обласною телекомпанією і були отак, знаєте, ні з дряду, ні з дрі, отак йшли. І пишалися серед усіх регіональних телекомпаній безпосередньо нами. Але от багато що змінило. І за рік ми стали і ще краще, і ще серйозніше. І це присвідчить у ці кадри. Давайте подивимося, а потім перепитаємо про враження. Найцікавіше ж. Гран-при серед телепрограм за програмою «Боротьба за щастя» Луганська регіональна дирекція. Щастя, навіть, щастя, да. За щастя, за місто, за місто, за місто. Боротьба за щастя. Теж саме там, Андрій, я теж хочу засвідчити. Ну ось так, «Боротьба за щастя». Можна сказати, що вже за цей рік виграв телеканал і телерадіокомпанія оцю «Боротьбу за щастя». Як сказав Тарас, борітеся, поборете. Боротьба не скінчилася, і насправді все життя – це боротьба. І дуже добре, коли ти переможеш цій боротьбі. І боротьба за щастя – це такий оксюморон, який зрозумілий тим, хто тут мешкає і або там слідкує пильно за подіями. Бо щастя – це місто, але щастя – це сенс нашого життя. Тобто ми всі найкращі мрії, найпотаємніші, вони пов'язані зі щастям. І сьогодні Україна, як і 100 років і 200 років тому, вона знову в боротьбі, і ми знову в боротьбі за щастя, але сьогодні ми на передовій. І, можливо, відповідальність наша, вона підвищена, і відповідальність, я переконаний, журналістів, які тут працюють, на самому, ну, найгарячішому в Україні полі інформаційному, вони мають відповідати найвищим стандартам, вони мають бути найпрофесійнішими. І ви знаєте, і глядачі наші знають, що, ну, великі проблеми, і кадрові проблеми, і проблеми з матеріальним, з технічним забезпеченням. На жаль, у нас нема всього того, що хотілося би задля, ну, як найоперативнішого висвітлення подій, які тут відбуваються, задля якнайширшого охоплення інформаційного простіру Луганської області, бо насправді, ну, відбувається чимало подій в Міловому, і в Марківці, і в Біловодську, і в інших районах, а ресурсу, який є на сьогоднішній день, недостатньо. І ці питання ми будемо підіймати 6
числа наступного місяця, коли тут буде виїзна нарада комітету зі свободи слова, з питань свободи слова. Я переконаний, що сюди мають приїхати і представники Міністерства інформації, і керівництво Держкомтелерадіо. Обіцяв сюди приїхати генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія, і я дуже хотів би, щоб він зустрівся з колективом, щоб він поспілкувався, щоб в Києві почули ті наші проблеми, які в нас є. Вони на сьогодні не катастрофічні. Катастрофічною була ситуація рік тому, коли, ви пам'ятаєте, не було ні цієї студії, ні цих камер, ні цих меблів, і взагалі не було зрозуміло, як ми відродимось. Але було таке натхнення фантастичне і бажання внутрішнє. Я бачу, що головне – це вогонь всередині людини. І якщо люди палали, які тут зібралися, немає нічого дивного, що всього рік знадобився нам, щоб стати найкращими в Україні. І я вас переконую, це одна з перших наших перемог. Насправді всі наші перемоги і найкращі передачі, вони попереду. В мене багато планів є і чітке бачення, куди ми йдемо, і я переконую, ми дійдемо до нашої мети. Дійдемо, і це найголовніше. Часу не так багато. Саме чому ми хотіли поговорити саме от зараз у такому форматі? Ми відкритий майданчик. Ми чесні, відкриті, ми на видноті, такі, як є. Телефонуйте, ставте запитання, але такого не робили ще ніколи. На моїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб хтось таке робив, і, можливо, там старші товариші так само не пам'ятають. Так, це відкритий показ. Так, можна зателефонувати і висловитися одразу після того, як побачите цю прем'єру. Пане Андрію, зараз ми покажемо прем'єру. Коротка анотація. Що зараз побачать глядачі? Ви все побачите приємного перегляду. Там не треба слова, там все сказано. Дивімося. Українське містечко з казковою назвою «Щастя». Начебто відчував великий Кобзар, що у 21-му сторіччі саме українське щастя на цій межі боронитимуть справжні українські козаки. Вони не віддадуть ворогу своєї землі. Ані зради, ані полон, ані смерть не зламають їх мужності та віри. Віри в перемогу. Про таких пророчив Тарас. Таких надихнув на подвиг. Заповідав любити рідну землю. Руку мне сломали в первый день, левую, много пугали. Сразу сказал, что вас расстреляют. Сергій Ткаченко, старший син Верховного отамана Академії козацтва у Луганській області. 13 червня 2014 року був викрадений разом з трьома товаришами проросійськими бойовиками. Перебував у полоні у Луганську 35 діб. 14 червня місто Щастя було визволено від окупації добровольцями батальйону «Айдар». Когда узнали, что мой отец в Айдаре, а брат комендант города Счастья, то их заход начинался так. Сын, выходи. Я выхожу на пол, и вот это меня бьют. Потом следующего, следующего, следующего. В принципе, так несколько дней. Звонили при мне брату, звонили отцу. Выдвигали абсурдные требования, что за мое освобождение и моих товарищей, чтобы сдали город Счастья, иначе они меня порубают топором. Было такое, что с топором прибегал мне пальцы рубать за каждого нашего 200-го, тебе мы рубаем по пальцу. Водили по 8 раз на расстрел, кого там 2 раза. Моему сыну больше всех досталось, потому что, как он сын генерала.
Віктор Ткаченко, верховний отаман Академії козацтва у Луганській області, директор Щастинського професійного ліцею автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, командир оперативного підрозділу батальйону «Айдар», позивний генерал. Поставили условия, чтобы я приказал вывести войска с города Счастья. Вот. И тогда только, да, сам пришел, сдался, а тогда только гарантировали моим сыновьям и мне жизнь. Мы были все обречены, но ничего, выстояли. И взяли в плен заместителя министра обороны Северной Осетии Талермана и 18 боевиков. Я зашел к командиру и говорю: слушай, командир, мы уже 5 человек сдали СБУ, крутых, Сепарову, ФСБшнику, Грушнику. Но ни одного моего парня не поменяли. Больше я сдавать туда не буду. Давай мы поменяем хлопцев на вот этих боевиков. Ну, командир дал добро. В течение суток их поменяли. Уезжаю во двор полдвенадцатого ночи. Они сидят втроем и не понимают, что с ним происходит. Они не верили в то. Им там вдалбили, что уже до Днепра дошли, до Харькова взяли. Вот, полностью экономическая блокада. Вот. Я поздоровался, они не ответили. Тогда я снимаю автомат, понял, что надо выводить своего сына с состояния психологического давления. Цепляю ему на шею и говорю: на, сынок, бери автомат, иди защищай мать, отца, брата, детей своих, племянников. Вот. И он взял автомат, ушел сам домой с автоматом. А утром пришел, написал заявление и добровольцем оформился в батальон «Айдар». Как я могу поступить иначе, как я могу уехать, если здесь мой брат воюет, отец воюет, это мой город. Почему я должен уезжать, почему я ему кому-то должен отдавать? Вони – бійці батальйону «Айдар». Відстояли щастя. Не відійшли від Щастинської ТЕС. Звершили подвиг заради волі українського народу. Багато з них поклали своє життя на цій землі і за цю землю. Это было предательство, это была продажа верхов. При мне начальник службы безопасности Ренат Ахметова предложил командиру батальона за сдачу «Счастья» и за сдачу Луганской ТЭС 23 миллиона долларов. Ну, если бы командир согласился, мы бы ее расстреляли. Вот такие у нас были порядки батальона «Айдар». Это были люди, герои, это люди были готовы отдать свою жизнь за свободу и независимость нашего украинского народа и целостность нашей территории. Я и все те, кто меня окружали и окружают, они являются патриотом Украины, патриотом украинского народа. С оружием в руках защищали. И я в 65 лет пошел отдать дань своему народу, своему государству. Я не боюсь смерти. А за мной пошли все остальные патриоты, которые тоже, как и я, повторили то, что делал я. Я еще поборюсь. Боритесь и поборите. Золотые слова Тараса Львовича Шевченко, его портреты у нас в каждом кабинете вместо президента. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда. За вас слава і воля святая. Міліція вначале була дезорганізована, з удовольствием дала оружие, чтобы и тем быть хорошим, и тем быть хорошим. В районе поста ГАИ, где уже был сепарский пост, и где уже дежурили как сепары, так и наши, в том числе мой младший сын, который находился на этом посту. И поздно вечером задерживают машину с диверсантами, переодетыми в это самое, форму СБУ. В общем, они с оружием, у них пистолеты, вот эта разгрузка, гранаты висят. То есть они уже были вооруженные. Віталій Ткаченко, майор поліції, солдат розвідувальної ударної роти батальйону «Айдар». Я беру автомат, передергиваю затвор и говорю: так и так, ребята, сдавайтесь. Он достает гранату, палец в кольцо вставляет и говорит: ну что, тогда будем погибать. Я говорю: послушай, ну, в общем, минут 10 я с ним разговаривал, психологически просто я его как бы переубедил, изъяли этот
Арсенал у них, гранаты, пистолеты. Это первые были мною задержаны, наверное, единственные, наверное. Я больше таких случаев не был, что я разоружил и сделал. Ну, и их повезли в Луганск. Что с ними в Луганске произошло? Ну, я не хочу плохо там ни на прокуратуру, ни на кого говорить, но скажу так, что их выпустили. Уже мы взяли здание милиции, где были сепары, был их штаб. И Виталий Викторович рано утром уже был комендант. На базе украинского казачества, которое возглавлял мой отец Виктор Николаевич Ткаченко, значит, у нас было подразделение из 8 человек. Ну, это люди, которые были проукраински настроены, за Украину. Сергей Петрович Мельничук, комбат батальона «Айдар», выдал нам оружие. Все, конечно, делалось по-быстрому. Должным образом ничего не оформлялось, потому что тогда было не до бумаг. Был у меня, как коменданта, был свой кабинет. Каждое утро с 8 утра у меня люди были, это 20-30 человек минимум, со своими проблемами, война была. Сюда не завозился хлеб, значит, вся власть, администрация, мэр. То есть, ну, все были в ступоре, никто не работал. И мы тут, в принципе, обеспечили здесь власть, заставили работать предприятие, дали всем понять, что мы пришли навсегда. Все сыновья здесь, я тут, вот, все мои казаки здесь, все мы патриоты, мы любим свой народ, мы любим Украину, мы любим свой город, мы любим Луганщину. Поэтому мы будем за них бороться, сражаться. Когда мне угрожали по телефону, Вова Гром и его, как говорится, окружение, то я сказал: ребята, приходите сюда. У меня всегда на столе находятся две гранаты. Одна для себя, одна для вас. Я прожил жизнь, я не боюсь смерти. Я защищаю свой украинский народ, защищаю свою семью, свой город, своих детей, внуков, невестку, свою жену. Это долг наш священный, защита Отечества. И если не мы, то кто? Если не мы, то кто? Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди, наша слава. Слава України! Ну ось так, шановні поєднапанове, ось така вона була прем'єра. Прем'єра проєкту, програми, передачі «Боротьба за щастя», що взяла гран-прі на всеукраїнському фестивалі і стала кращою серед кращих. Номер живого ефіру 050-210-0898. Можна телефонувати, висловлюватися. Андрій, розкривайте секрети. Ви автор програми, автор ідеї. Ну, наверное, автор идеи, и я, ну, я увидел эту программу такой. Вот я увидел ее, эту программу такой, я редактировал, ну, сценарий, я так увидел вот сложение этих интервью, сплетение. Работал над программой Нощенко Сергей, работал над программой, работала Наталья Федорова, Александр Буряк, то есть, ну, целый коллектив. Были взяты кадры из «Счастья» архивные, из программы «Луганщина звільнена», которые мы снимали раньше. В принципе, вот просматривая сейчас, вот как и в тот момент, трогают на самом деле очень простые вещи. Я вам такой пример приведу. Я в детстве, когда читал вот всевозможные книги и о войне, и еще там какие-то романы Жюль Верна, или уходя еще более дальше, там Джека Лондона, и, ну, классику про гражданскую войну,
я думал, что, ну, наверное, в современной жизни места для подвига уже нет. Ну, то есть трудовой подвиг, это, конечно, тоже подвиг, но вот тот подвиг, который на войне, к большому моему сожалению, я заблуждался. Я хотел бы, чтобы все-таки вот этого места для военного подвига не было, ну, ни в моей жизни, ни в жизни детей, то есть чтобы они жили в процветающей мирной стране, но так уж случилось, что враг пришел на нашу землю, и эту землю надо зачищать. И вот этот пожилой генерал, с которым воюют двое его детей, он говорит на самом деле такие простые вещи, которые, ну, многие сегодняшние псевдопатриоты не могут понять. Вот у нас стало считаться в последнее время модно патриотизмом, ну, патриотизм стал модным словом, и считается, что если ты, ну, лучше во флаг закутался или громче гимн спел, то ты вот суперпатриот. Вот они, суперпатриоты. Ну, вот они, вот эти люди, которые готовы умереть за свою землю. И очень простые слова. Не готовы продать свои идеалы даже за большие миллионы, не готовы продать философию и то, что в детстве им вложили. Вот родину не готовы продать, не готовы. А, к сожалению, те, видим, которые мы, процессы, когда люди меняются, как флюгер, ну, власть поменялась, они переобулись, поменяли речевки и опять на плаву. Вот это самое страшное. Я хорошую фразу прочитал на днях, ну, такой крик души, наверное, да, в Луганске за вышиванки убивали. И, ну, в последние уже военные вот эти месяцы, ну, вышиванку нельзя было надеть, даже вот на день вышиванки, который в мае, в Луганске уже, ну, было опасно, смертельно опасно, и многие переживали, что вот они не могут этот праздник отметить, и более умудренные опытом и жизнью люди, они сказали такую фразу, говорит, у настоящего украинца вышиванка, она под кожей, и в этом случае она гораздо ближе к сердцу, чем у массы псевдопатриотов, на которые могут носить 10 вышиванок, надеть, но от этого любить родину больше они не станут. Вот на самом деле любовь к родине — это один из тех постулатов, на котором, наверное, зиждется, ну, все наше человеческое, все наше осмысленное. Извините, я вас перебью. У нас есть звонок, да. И звонок очень важный, как мне сообщает наша группа. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Это Залчевская Вера Миколаївна. Я хочу привітати і вас, Андрію, і всю студію, всіх, хто працював, привітати з перемогою. І хочу вам побажати подальших робіт, таких гарних, щоб ви розповідали надалі такі історії, які чіпляють за душу. Ви, телеканал «Лот», ви як сонечко у віконечку, яке називається телевізор. Ви пряморідні для нас стали, наче ви от, для нас, от, ваші очі я бачу, як ви розмовляєте. Ви як рідні стали для нас. І я хочу побажати і надалі, щоб ви були такі ж самі, інтелігентні. Відчувається толерантність, навіть та ситуація з владою в Сєвєродонецьку, та як ви ставитесь до всіх думок. Нехай вам буде, хай вам, по-перше, всім щастить, натхнення, куражу вам в вашій роботі, бажаю. Андрію, дякую за українську мову окремо, сьогодні почула перший раз, так гарно. Нехай над нашими головами рости не божиться. Дякую вам. До побачення. Вам на все добре, тримайтеся, нехай дякую. Щастить. Ну ось, бачимо, вже відгук. Відгук, котрий, ну от, ми чуємо чи не щодня. Від
з Алчевська мешканки, Первомайськ, Перевальськ, телефонують з Ровіньків. Це дуже приємні слова, і насправді я вам щиро дякую за ці слова. І ви праві, ми дійсно працюємо для вас, і в першу чергу для вас. Ми хочемо, щоб ви там нас чули, щоб ви не відчували себе покинутими. Я переконаний, скоро це все закінчиться. І ми повернемось в Луганськ, ми будемо відроджувати Україну на нашій рідній землі, і все буде добре. Тримайтеся, будь ласка, ми робимо все задля того, щоб розуміння того, що ми один народ на своїй богоданній землі, воно нікуди не ділося. І я переконаний, що ще трохи лишилося, і буде мир, і буде перемога. И еще один вопрос. Конкурс «Кобзар. Единая Украина». Это первый конкурс, в котором телерадиокомпания, новая, старая новая телерадиокомпания, когда были уже в Северодонецке. Нам было буквально пару месяцев, мы только восстановились. Это первый конкурс, в котором мы приняли участие. Да. В этом году уже второй раз. Как отреагировали коллеги на нас? Реакцию зрителей мы знаем, спасибо, они нам звонят и говорят. Реакцию нашего коллектива мы тоже знаем, мы ежедневно общаемся. Как отреагировали коллеги на то, что в этом году показала наша телерадиокомпания, теперь уже Фили НТКУ? Я вам скажу, что вопросов по гран-при ни у кого не было вообще. То есть были вопросы там по первым местам, ну как обычно, то есть кто-то хотел или посчитал несправедливую оценку жюри. Ни одного вопроса по гран-при к жюри. Вот я специально уже после того, после награждения, церемонии, я спрашивал у жюри, ни одного вопроса не было. То есть победа была абсолютно заслуженная и безапелляционная. Я перепрошу, не про перемогу йдеться, потому что там часу обмаль. Про профессийную оценку, Благодаря Фейсбуку, да, сегодняшним средствам технологий, коллеги за нами на самом деле внимательно следят. За нами, за тем, что происходит у нас, следят и руководство компании, и руководство Госкомтелерадио, и министерство. На самом деле мы на острие, и к нам приковано большое внимание. Эмоции только позитивные, и отклики только позитивные. Не полукавлю никоей мерой, скажу, что все действительно за нас радуются, все действительно за нас искренне переживают, потому что у всех есть мотивация, все хотят, чтобы это быстрее закончилось. Я скажу такой месседж, один из основных, которые на сегодняшний день мне близки, о том, что мы за мир, ну ведь мы за мир. Единственное, мы за мир после нашей победы. И вот это надо понимать. Мы должны победить в этой, во всей ситуации. И речь не идет там о какой-то воинственной победе или о какой-то кровавой победе. На самом деле здравый смысл должен победить. И любовь должна победить. И вот этот промо-ролик, который был сделан накануне этого фестиваля, и он был в узком кругу там показан, просмотр был этого ролика, я скажу, что действительно у многих наворачивали слезы на глаза, потому что мы хотим победить любовью, и любовь должна победить, и здравый смысл, и свет возобладать над теменью. Вот такой месседж, я считаю, и то, что мы несем на самом деле, это правильно, позитивно и, наверное, единственно возможный выход из этой ситуации. Ну и дай Боже, чтобы он нарешті, мы от того выходу туди от пройшли цей вихід, і все нарешті скінчилося. Дякуємо вам, дякуємо за те, що прийшли. Передусім, усім вам ми дякуємо, шановні пані та панове, тому що якби в нас, у нашого телеканалу, не було б вас, не було б мешканців різних, тих, що корінних мешканців, що живуть у Сєвєродонецьку, по всій Луганщині українській, не було б тих людей, які переїхали і повірили в Україну і прибули от звідки. Не було б тих, котрі там перебуваючи вірять в Україну і вірять в правду і у здоровий глузд. Навряд чи б ми були б такі. Це ваша заслуга.
Таким был вторник, важный, актуальный и праздничный, но мы вынуждены прощаться и завтра в 16:00 не забывайте включить телеканал ЛОТ, программа «ЛОТ живьем». Для вас будут в студии Александр Шелест и я, Юлія Бітьмірова. На все добре и пам'ятайте, що ми на боці правди, на вашому боці. Thank you.